Упражнение для верхней части живота на тренажере, который называется римский стул. Для того, чтобы правильно выполнять движение, нужно слегка откинуться назад и, округляя спину, начать движение вперед. При этом производится выдох. При движении назад – вдох. При неправильном исполнении тело откидывается полностью назад и поднимается за счет верхней части бедра. Кроме того, при таком исполнении можно получить травму позвоночника в момент подъема. Еще раз правильный вариант. Тело слегка отодвинуто назад. На выдохе вы двигаетесь вперед, округляя спину. Упражнение на пресс выполняется в суперсерии. Вы не делаете остановки между упражнениями, выполняя их одно за другим.